заранее, желательно как бы почву нужно подготовить где-то за неделю, за две недели до посадки, потому что мы подготавливаем почву, там мы добавляем либо почву, как под гортензию, либо перегной, там еще что-то, перемешиваем все это, и нужно, чтобы земля не пришла села. А затем мы начинаем посадку. Напомню, что сегодня с Дэн была главный агроном студии ландшафтного дизайна и декора «Зелень» Ирина Степановна Рыбникова. Спасибо, до новых встреч. Сад и огород. Спасибо.
агентстве «Сова» без комиссии. Телефон в Тюмени 67-67-67. Сайт sova72.ru. Для работы на пассажирских перевозках в межгород срочно требуется водитель категории «Д». Заработная плата 2500 рублей за смену. Телефоны 60-83-30, код города 34-52 и 8-932-327-90-16. Все товары сертифицированы, услуги лицензированы. Реклама на радио России. Радио Вести ФМ и моя. Телефон в Тюмени 41-85-60. Для здравоохранения, образования, соцзащиты,
осложнений коронавируса. Об этом заявил РИА Новости руководитель Екатеринбургского НИИ «Вектор» Александр Семенов. По его словам, для успешной борьбы с коронавирусом важно качество антител. Принцип действия вакцины «Пиво-корона» и «Спутник ВИ» основан на выработке клеточного и гуморального иммунитета. Московским бизнесу выделят еще 500 миллионов рублей в виде грантов и субсидий за ситуацию с коронавирусом. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он уточнил, что в этом году одобрено почти 1500 заявок на субсидии и гранты на общую сумму более 1,5 миллиарда рублей. Предприниматели могут компенсировать затраты на коммунальные услуги, проценты по кредитам, покупку оборудования, расходы на обучение сотрудников и так далее. По словам Собянина, среди получателей успешные предприятия и начинающие компании. Правоохранительные органы Сочи выясняют законность строительства коттеджного поселка в Сергиев Поле, где в Кузнем разрушены дома. Об этом заявил мэр города Алексей Капогородский. В самом проживании в домах запрещено имущество людей вывозят. Капогородский пояснил, что подвижки грунта продолжаются и спрогнозировать, когда они прекратятся, невозможно. Ранее сообщалось, что Кузнец, спровоцированный сильными и продолжительными дождями, повредил 22 дома, где проживает 70 человек. Людей эвакуировали в пункты временного размещения. В районе Мамайского перевала в Кузнецком полицейском федеральную трассу Жукка-Сочи. На ней образовались трещины, движение транспорта было парализовано. Работа бригады спасательной службы продолжается. Температура зимы в большинстве регионов европейской части России будет в пределах нормы или чуть выше. Об этом сообщил научный руководитель гидрометцентра Роман Вильф. Он сказал, что столичных автолюбителей не торопится менять летнюю резину машинок на зимнюю, так как температура воздуха в регионе до конца месяца будет выше плюс 5. Задуматься о смене шин нужно примерно 10 ноября. Напомню, как рассказал Вильф, синоптики проверили приметы о зимней погоде, не работают, в частности, по условам не работают приметы о красной рябине мороза. За 100-110 лет мы с биологами собрали данные, когда была красная рябина, приводила ли это к морозам, оказалось, что нет, не были теплые, такое доверие к приметам не обосновано. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калуги. Начинаем с футбола. Денис Глушаков покинет расположение сборной России, несмотря на то, что в среду принимал участие в тренировке национальной команды, пишет «Спортэкспресс». Напомню, Халбет Химок накануне получил травму мышц бедра. Добавлю, что в занятии в среду принимали участие игроки молодежной сборной. Халбет Спартака Михаил Игнатов и полузащитник Химок Кирилл Баженов. Сборная России 8 октября в Казани сыграет со словаками, 11 в Мариборе со словенцами. Прямые трансляции вашему вниманию предложат радиостанция «Маяк» и телеканал «Россия». Журнал World Soccer опубликовал список из 500 лучших действующих футболистов мира. В рейтинге оказались 4 россиянина. Это нападающий «Зенит» Артем Дзюба, форвард «Спартака» Александр Соболев, нападающий «ЦСКА» Антон Заболотный и полузащитник «Монако» Александр Головин. Бывший главный тренер «Локомотива» Марко Николич не сможет публично комментировать свой уход из клуба как минимум до начала ноября. Этот пункт прописан в договоре сторон. При его нарушении он подразумевает санкции, согласно которым клуб имеет право не выплачивать часть компенсации за досрочное расторжение контракта. Авторитетное издание TSN представило рейтинг 50 лучших хоккеистов Национальной хоккейной лиги. Первая тройка следующая. Конор Макдэвид, Нэтан Маккинон, Остен Мэтьюс. Лучших россиян Никита Кучеров 4-й, Андрей Василевский 6-й, Артемий Панарин 8-й, Александр Овечкин на 17-й позиции. Баскетбол. В среду состоялись матчи первого тура группового этапа Лиги чемпионов ФИБА. Нижний Новгород дома уступил Уникахе 62-79. Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Лысицкена вошла в финальную тройку претенденток на звание легкоатлетки года в Европе по версии Европейской легкоатлетической ассоциации. Лысицкена поборется за награду с бегуньей из Нидерландов Сифан Хасан и с метательницей молота Анитой Владарчик из Польши. Лучшее будет объявлено 16 октября в Лозанне. Россиянка Надежда Соколова стала бронзовым призером чемпионата мира по спортивной борьбе весовой категории до 50 килограммов. В поединке за бронзу Соколова нанесла поражение представительнице Украины Богдане Ящук 12-2. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин. В Воронеже до плюс 12 без осадков, в Москве
Шедевры мировой драматургии. Король мир. Многосерийный спектакль по одноименной пьесе Уильяма Шекспира. Перевод Михаила Кузьмина. Часть 4. Такой вывод, не родня, а на другом, сам не ее не пойдешь. Куда? Дома два. Не собирались, да?
уточните в магазине. Брат, не скучай.
замечательный тибетский субботник. Я себе группа малыши включают, девушки будут также вот птицы воды включают, вот я их. Потом было размалывало. Вот просто. Ну что, он был здоров. Уже как раз научили квартиру снимать. Или что курица не умная, и это не очень умная. Умно? Мозги из интеллектуальной комнаты проходят. А что? Почему для куриц? Да, он не для курица. Яйца откуда для курицы? Вот. А яйца? Да, получается. А не яйца? А не яйца, да. Да, нормально. Да, а для кучи еще можно говорить, что можно снять на цирке, но первый номер, впервые, так сказать, на арене. Умная курица? А у вас есть? Не смеши, Эгей.
здесь стоял во мраке. Все заклятие, мне взывая, способность опотопности. Но где он? Извините, ранен я. Тень вопросы. Куда бежал? Просто он старался. Огонь! Эй! Старал. Что? Проводит меня к убийству, ваша честь. Я сказал ему, что боги мщения пошлют все громы на отцу. Я выставлял на вид, какой связью отец с ребенком связан. Наконец, увидя, как я с ужасом противлюсь безбожным планам, без предупреждения он на меня внезапно нападает и неожиданно мне ранит руку. Но увидав, что духом я воспрянул и правильно встречаю нападение, даже без удавшихся громких криков, внезапно убежал. Пускай. Не больно ли? Ему здесь не остаться. Пойман. Сегодня ночью там будет наш главарь. Защита. Герб. Его с изволения отведу я сверхного награду. Он найдет и выдаст нам преступника на казнь. А кто устроен? Смерть. Когда я отговаривал его, а он был непреклонен, спросил я, он ответил: ты незаконный сын, лишенный прав. Ты собираешься со мной тягаться? На честность и правдивость опираешься? Ну что тебе правее? Стор! Любой век. И даже собственноручные мои записки сойдутся в клевету лишь ненавидно. Такого нет тупого человека, чтоб не сказал, что ожидание выгод от гибели моей руководило тобой в деле. Ох, негодяй! Он это прется! Не мой он сын! Друга! Друга! Yeah.
туману не вышло и будет.